Всем привет, вы находитесь на канале HardRosset Info, и в этом видео я покажу, как настроить эффекты в игре Genshin Impact. Для того, чтобы это сделать, переходим на верхнюю иконку. Настройки. Графика. И видим здесь эффекты. Можем выбрать, что нам будет удобней. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока.